Вагишаджасья бадане лакшмирджасья ча вакшаси ясасты хиде самбит вам нишинга махам бхаже Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Рама Хари Рама 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 Хари Тамади Девам Пурушо Пуранам Тамалварнам Свитаватарам Апар Сангшар Самандрасетум Бхаджамахе Бхагавату Сарупам Ямраво Яннамана Бетама Бета Гритвам Дайпаяна Вирахака Тарваджихава Путрети Танмая Таятарабо Винедам Тансарва Бхута Хидаям Мунимана Тасми Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Рама Хари Рама 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 Хари Твам Бхакти Йога Паривабхита Хиссароджвасасе Твам Бхакти Йога Паривабхита Хиссаро джасасе, шутекшита патанонана тупунсам, джаджададхияту уругая вибхавайати, таттадабапу пранаясе, садану грахайо. Твам бхакти йога паривабхита, хиссаро джасасе, шутекшита патанонана тупунсам. Яд-яд-дхияту ургая вибхавайати, таттадабапу пранаясе, садану грахайо. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Такур, Прабхупад. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Такур, Прабхупад сказал, что Гурупад Падма – это трансцендентный медиум, через который мы можем видеть все, что происходит в трансцендентном мире. Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур, Прабхупад сказал, что Гурупад Падма Садгуру, он трансцендентный прозрачный медиум, через которого мы можем видеть духовный мир таким, какой он есть. И поэтому главная обязанность для нас медитировать на лотосные стопы нашего Гурупад Падмы. И если мы будем думать о его лотосных стопах, то и будем совершать гуру-севу совершенным образом, то тогда очень скоро мы найдем, что все явится нам, харинама явится на наших устах, и мы сможем воспевать его совершенным образом, совершать служение идеально. В читании Чайтамрите мы находим такие слова, что служение лотосным стопам Шри Гуру и Кришна Сева – это то же самое. Садгуру Сева и Кришна Сева – они не отличны друг от друга. А многие люди не понимают этого. Если мы служим Гурудеву, и Гурудев, он всегда, все время занят в Бхагаватсеве. И кто такой Садгуру? Шрила Прабхупад, он говорит, тот, кто совершает служение непрерывно. Тот, кто всегда, все 24 часа в сутки совершает служение без какого-либо перерыва,
он садгуру, тот, кто совершает служение непрерывно, всегда 24 часа в сутки, он зовется садгуру. И вот приходит такой вопрос, как понять, кто такой садгуру, а кто такой нет. И также вчера я говорил о том, о каком-то непонятном вопросе, и вот и идеальный пример Гурудева, он может вдохновить нас всегда быть занятыми в севе круглосуточно, и особенность садгуру как раз в этом, то, что садгуру, он может вложить впечатление в наше сердце, вдохновить нас совершать какое-то служение Бхагавад-сева. И это зовется особенность садгуру. И вот суть в том, кто такой садгуру, кто такой нет. И хотя Шрила Прабхупада приводит множество признаков, но все же не все могут осознать то, что он говорит, поскольку на пути баджана главное, первое, мы должны стать искренним. Многие преданные спрашивают меня, как мы узнаем, кто настоящий гуру, кто нет. Практически каждый спрашивает, это куда можно идти, куда не стоит, какое общение мы можем обрести и какого нужно общения нужно избегать. И моя просьба к таким людям, я слышал это от Гурварги, что если вы хотите понять, кто настоящий, а кто нет, это не вопрос критики. Но мы хотим защитить себя. У меня нет права говорить ничего плохого о ком-то, но садгуру и вайшнава, они имеют право, поскольку у них нет никакой зависти. То, что они говорят, это общий сиддханта. Для того они это говорят, чтобы исправить такую плачевную ситуацию, которая может возникнуть. Садгуру и могущественные вайшнавы, если они не будут ничего не говорить против кого-то, то из-за этого вся система может упасть. И поэтому большинство людей, они неправильно понимали Шрилу Прабхупада. Они думали, что он... И вот они думали, что он критик, он всегда всех критикует, но Шрила Прабхупада никогда не хотел кого-либо критиковать, но он был великим саду, и он хотел показать нам путь, куда нужно двигаться, и поэтому у него была такая обязанность предостеречь своих последователей от следования ложному пути. Если он называет кого-то сахаджиями, то они и сахаджи, и он просто предостерегает нас, чтобы мы не шли по неправильному пути. Если у нас есть достаточно разума, то мы осознаем, мы не можем представить нашу великую удачу. Бесчисленные души, они есть в этом мире. Вот, согласно этой шлоке, Атмавасимидам Сарвам, бесчисленное число душ, и мы очень удачливы, мы обретаем это человеческое тело. И вот у нас, нам выпала великая возможность обрести это человеческое тело, и не только это. Мы настолько удачливы, что у нас, нам выпала возможность встретиться с чистыми гуру и вайшнавами, и возможно получить харинам или дикшу от них.
и у нас есть такая великая возможность принести в жертву свою жизнь отцу Санкиртаны Шриману Махапрабху, и мы должны воспевать Харинам. Мы должны повторять святые имена и воспевать киртаны, чтобы продвигаться по духовному пути. И вот мы должны думать, если мы совершим ошибку, какое-то оскорбление, и то мы можем потеряться в этой бесчисленной вселенной, где же нас смогут найти. Этот мир, он бесконечен, бесконечное число душ в этих бесконечных вселенных, и как можно потом, если мы потеряемся, как можно будет потом найти что-либо. И это моя просьба к вам всем. Вы подумайте о лотосных стопах Шри Гуру, о Харикатхе, о Харикиртане. И эти вещи, они, несомненно, смогут нас спасти. Мути значит разум, интеллект. Есть такой, как сказать, благочестивый разум и не очень. Если наш ум благочестив, то это значит, что мы приняли посвящение у Садгуру. В этих бесчисленных мирах есть много живых существ. Можно найти, что много этих живых существ, они не все разумны. Наше тело, в котором мы находимся, оно временно, оно смертно, но у нас есть великая возможность обрести лотосные стопы Шри Гуру и освободиться от влияния майи. И мы можем обрести тот нектар, который поможет спастись нас от всей опасности этого материального существования. И вот мы, будучи в этом смертном теле, но у нас есть великая возможность достичь вечности, а сколько мы сможем прожить на этой смертной земле, никто не знает, это не вечно, но если мы обретем милость Садгуру Вайшнавов, мы будем воспевать Харинам Харикиртан, и тогда, несомненно, мы достигнем успеха. Если мы потеряемся в этих бесчисленных вселенных, то можно вспомнить однажды в этот Картик, в этот святой месяц Картик, Яшода, она отправилась на Ямуну вместе с Гопалом. И вот они пошли вместе на Ямуну Яшода. Она зажгла много этих лампад, чтобы предложить. И эти лампады, они из такого глиняного подсвечника, туда наливается масло какое-то и фитилек, и это поджигается. И вот Яшода, она так поджигала и предлагала Ямуне их, и пускала эти лампады, как лодочки по Ганге. И вот она так предлагала, они уплывали.
А Гопал, Яшода, она не заметила, что Гопал, он пошел, ничего не сказав, он зашел в воду, и мать это не заметила, как он заходил в воду, и вот он этими, играл этими лампадами. И вот она увидела, что он в воде играет с этими лампадами, она начала возмущаться, кричать. А Гопал сказал, что «О, мать, я делаю…» А он эти лампады он отталкивает от берега для того, чтобы найти какое-то решение в их жизни. И Яшода, она думала, откуда он, ну почему он так делает, почему он эти лампады толкает в какие-то другие места, чтобы они не опрокинулись. И вот также Гуру Вайшнавы, они пытаются нас направить на в должное русло. Вот Гуру Вайшнавы, они хотят помочь нам найти какое-то решение для нашей жизни, чтобы мы перестали скитаться по этим всем 14 материальным мирам. И вот смотрите, если мы потеряемся в этих бесконечных мирах, то кто будет нас искать, когда мы, если мы потеряем нашу жизнь, то что дальше с нами случится, это неизвестно. И вот вчера был такой вопрос, как мы можем получить вдохновение от кого? От какой садгуру, могущественный, святой, он кто является собой идеальный пример, который мы можем принять, поскольку различные дживатмы, у них различные концепции, идеи, и согласно их идеям они следуют каждый своему идеалу. А что такое? И вот когда Махарадж сказал, что обусловленные души, когда они видят перед собой какой-то сияющий пример идеализма, они… тогда они вдохновляются. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, он хотел совершать Гундича Марджану. А почему? Шри Чайтанья Махапрабху мог запросто кого-то позвать, чтобы они пришли и очистили храм Гундича. Нет, сам Махапрабху, он взял веник с горшком воды и начал подметать, собирать грязь, пыль всякую, мусор. А почему? Чтобы обусловленные души, они получили вдохновение совершать эту Гундича Мандир Марджану. И в нашей жизни мы тоже можем видеть все наши гурвага, такие как Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, Шанта Госвами Махарадж, они все совершали Гундича Марджану. Я не знаю, если кто-то, у кого-то была возможность видеть. И вот во времена Шрилы Пури Махараджа это было очень прекрасно. Все преданные пришли и начали очищать этот храм Гундича. Они пели, танцевали. И из-за их такое чувство, там чувствовалось, как будто духовный мир явился там, такой экстаз. И вот там был Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, и практическую вещь я говорю. Бхактивинода Мадхава Госвами Махарадж,
И вот было много учеников Шрилы Прабхупады, они совершали парикраму в Раджа-мандала, 84-крушевую парикраму. И так в течение месяца они ходили, у них был передвижной такой этот палаточный городок, и они так каждый день куда-то переезжали с одного леса в другой. И так в течение месяца они обходили с ночевкой в каждом месте этот, всю Враджа-мандалу. И вот Экадаши был, потом на следующий день Двадаши, Мадхав Госвами Махарадж думал, где что-то как готовить здесь. Они в каком-то лесу были, ничего не было. И преданные без просада не смогут дальше идти. И вот он, Шрила Мадхав Госвами Махарадж, он вошел на какое-то возвышение и спросил, кто может помочь мне, а что делать нужно. Вот много голодных преданных, нужно их накормить, приготовить что-то. И вот вызвалось несколько человек. И вот они пошли что-то делать. И там был также Бхактивиген Бхарати Махарадж. Он тоже помогал, они как-то развели огонь и начали готовить, и за несколько часов что-то приготовили и накормили всех преданных, и Мадхав Госвами Махарадж был очень доволен ими. И это зовется вдохновением. Почему? Поскольку Ачарья сам, у него было такое вдохновение, которое он получил от своего Гурудева, а тот от своего, соответственно, согласно Гуру Парампаре. Пока мы не получим вдохновение от нашего Гурудева, то наша связь с ним, она обрывается. Если мы получим такое же вдохновение от Гурудева, как которое наш Гурудев получил от Шрилы Прабхупады, Шрилы Прабхупады от Бхактивинода Такура, точнее от Гурудева с Бабаджи Махараджа потом, то тогда нету никаких обрывов в нашей Гуру Парампаре. Баладев Видьябушан, он говорит научным образом так. Баладев Видьябушан говорит, что не должно быть никаких обрывов в нашей Гуру Парампаре. Но это практически невозможно, часто встречается, к сожалению. Но что же делать? И поэтому Шрила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати, он сделал Бхагават Парампару и Мантра Парампару. И вот Панчаратрик Витам – это мантра Парампара, и Бхагават Парампара Панчапатрик. И они, и Шрила Прабхупад хотел показать нам, что одну единую силу мы сможем получить как от мантра Парампара, так и от Бхагават Парампары. И таким образом мы можем спасти себя. В Кали-югу мы не можем найти никакого места, где можно найти Гуру Парампару без каких-либо обрывов. Но у нас есть наше вдохновение, наша энергия, которую дал нам Шрила Прабхупад. И вот Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он был вдохновлен Гурудевом, и поэтому он мог вдохновить других преданных других людей. Это подобно тому, что если у нас есть какая-то свечка горящая, то этой горящей свечкой мы можем зажечь другие свечи. Если наше сердце может сиять, так оно может осветить другие сердца. И вот сердце Гурудева, оно сияет. Он может зажечь другие сердца также. И таким образом, что я хочу сказать?
Очень важно. И вот какой идеализм? Что такое идеализм? И вот я хочу видеть, мы хотим видеть Бхагават-севу, усилия на пути Бхагават-севы. И вот Бхагават. Если мы увидим такое огромное желание служения Бхагават-севы в сердце нашего Гурудева, то мы должны быть уверены, что мы очень удачливы. И вот какой идеализм. И вот Махарадж уже сказал, что может в мире быть очень много талантливых ученых людей. Кто-то санскрит знает, кто-то какую-то науку, кто-то стихи пишет, кто-то еще что-то. Но если мы достаточно глупы, чтобы думать о том, что эти люди идеальны, но это не так, они, может, гениальны с одной стороны, но не со всех. И вот в этом мире мы видим иногда какие-то преданные. Спрашивают. Вот какой-то преданный спросил Гурудева, что Гурудев, почему вы используете помощь вот какого-то пандита, который... Но в этом мире могут быть какие-то гениальные люди. Я зову его, чтобы занять его в Кришна-севе. Я знаю, что он гений, но, может, у меня нет достаточно знания санскрита, но я могу. Но по милости Гурудева у меня есть преданность. И я могу позвать его и занять его в служении, чтобы он тоже получил какое-то благо и смог изменить свое настроение. Может, он сможет изменить свое сердце. Много ученых, они благодаря общению с Шрилой Прабхупадой и Бхактивинодом Такуром, они изменили свои сердца. И это неудивительно. И таким образом я делаю так. И вот Гурудев говорит, что вот тот ученый, он гениален. И гениальность — это что-то другое, а преданность — это тоже другое. Это не значит, что в Гаура-Кишора-бабе можно найти. Но смотрите, внутри Гаура-Кишора-дас Бабаджи Махараджа можно найти суть всего знания, которое вообще есть в материальном мире. Шрила Прабхупад говорит, что если мой Гурудев, он может внешне не выглядеть образованным, но будьте уверены, что любые проблемы, которые могут возникнуть в этих 14 мирах, то мой Гурудев, он может найти всем этим проблемам безупречное решение. И как это возможно? Может, нет у него каких-то материальных достоинств, но будьте уверены, суть всего образования, он знает ее. То есть Шрила Прабхупад говорил, что его Гурудев, он может решить любой вопрос, любую проблему, которая может возникнуть во всех 14 мирах.
И почему я говорю, что Гуру Чаран, стопы Шри Гуру, наш Гуру Дев, он трансцендентный медиум, через который мы можем видеть духовный мир таким, как он, какой он есть. Но сейчас мы не можем видеть этот духовный мир, как он есть. А у нас есть какие-то материальные представления, материальные идеи. И что я хочу сказать? Если у нас есть милость Гурудева, то в этом случае мы сможем видеть духовный мир так, как он есть на самом деле. Если, например, Махарадж приводит с очками, если мы очки носим из-за того, что наши глаза слабы, мы не можем видеть вещи такие, как они есть. А если мы воспользуемся помощью очков, то наше зрение будет острее, и мы уже увидим все, как оно есть. И вот чтобы исправить, помочь нашим глазам видеть, нам нужны очки, но в случае слабого зрения имеется в виду. И поэтому и мы должны понять этот пример. Если у нас есть возможность, если мы удачливы, чтобы видеть, получить даршан нашего Гурудева, то и если мы поймем, что лотосные стопы Шри Гуру, в них все тирхи, все святые места находятся, и в этом случае что случится, мы обретем силу увидеть все. Майвади, они такие поют киртаны, но у них нет права. Вайшнавы, они пишут прекрасные киртаны. Но вот на хинди, например, в Раджавасе часто поют. И на Бенгали тоже есть множество киртанов. И вот у нас должна быть огромная вера, огромная любовь к лотосным стопам Шри Гуру, Садгуру. И если у нас нет вдохновения, привязанности, стремления к лотосным стопам Шри Гуру, то мы должны помнить это. Если мы не поймем великолепие и редкость лотосных стоп Садгуру, и вот до тех пор, пока мы не осознаем, что это очень, нечто очень редкое, то мы не сможем развить такое огромное любви и стремление к ним. И до тех пор, пока мы не осознаем все величие и редкость, уникальность лотосных стоп Шри Гуру, и благодаря нашей великой удаче мы, вот, например, нам выпала возможность принять прибежище у Шилы Бхактипамода Пури Гошвами Махараджа, который всегда говорил с самим Кришной. Мы видели часто, что Гурудев, он разговаривал с Кришной, Кришна с ним разговаривал, и это не один раз, а много раз случалось. И вот однажды, вот на день ухода Шрила Пури Госвами Махараджа, Махарадж более подробно будет об этом говорить. И вот смотрите. Мы должны обрести силу, могущество с помощью Шикша Гуру и Вайшнавов.
Шикша Гуру и Дикша Гуру, мы не должны их различать. Но имеется в виду онтологически, они на одном уровне, что-то мы узнали от Шилы Кешава Госвами Махараджа, что-то от Шилы Бхактивиданта Свами Махараджа, что-то от Шилы Шридхара Махараджа, но мы должны думать, что Гуру-таттва, она одна уникальная, одна едина и уникальная. Почему мы думаем, что Гурудев, он, Гуру-таттва, она разломалась на куски? Почему мы не можем думать, что Гуру-таттва одна и уникальна? Гуру-таттва, она уникальна, она только является в этом мире с помощью через различные каналы, но это та самая единая Гуру-таттва. И вот на день ухода Шилы Пури Госвами Махараджа Бабаджи Махарадж более подробно будет говорить об этом. What to speak about the sloka I started with. First of all, I can discuss, then I can move second point. What that point is? Bhakti yoga parivhagita hissaro jivasaste shutekshita vatananumata punsam jat jat dhyata durga yavibhavethi tat tat vahupanyasi sadanu prahaya. И каково значение этой шлоки? И каково значение этой шлоки? Твам, что значит? Твам значит, о ты, Господь, о Верховный Господь. Милостливая проявление Господа. И мы знаем, что никто не может обрести даршан твоих лотосных стоп, никто не может даже получить надежды служения твоим лотосным стопам. Кунти Деви, она уже сказала, предупредила то, что вот эти вещи Джанма Айшварья Шрута Шри. Никто не может обрести твой даршан Джанма Айшварья. Джанма значит, если кто-то гордится своим происхождением, своим рождением, кто-то с какой-то знаменитой великой семьи происходит, он может гордиться этим. Или кто-то очень богат, он тоже гордится своим богатством. Шрута, кто-то очень образован, он тоже этим страшно гордится. Образование может не только духовное, не, точнее, не только материальное, но и духовное, может быть. Этот термин более практичен, шрута, а шри – это красота. Кто-то может очень гордиться своей красотой, но что толку от всего этого? Это только причина гордости. И вот. И вот только те, кто окинчены, только те, кто нишкинчан или окинчан, они могут обрести возможность получить даршан твоих лотосных стоп, поскольку это единственный путь, через который дживатма может развить любовь к Верховному Господу. Мы не должны забывать вот об этой шлоке, то, что мы, если... Because
First you will have to hear through Guru Parampara, Shauta Bani. You can hear from your mature ear, receiving organ, and reception. And then this Harikatha can go inside your heart, give some reaction, get some reaction, you can get some reaction. И вот если мы будем слушать Харикатху, то эта Харикатха, она войдет в наши уши, потом проникнет в сердце, и вот эти шлоки, сначала шрута, значит слушание Харикатхи, потом икшан, даршан. И тогда мы сможем увидеть, то есть если мы, и вот, в этой шлоке говорит шрута-кшита, что сначала шрута мы должны быть в Гуру Парампаре, чтобы услышать о этой сиддханте, только потом мы можем увидеть Господа и все, что связано с Ним. И вот согласно вот этому сначала мы слушаем, пьем нектар Харикатхи, подобно тому, как коровы, когда вот Кришна играл на своей флейте, эти коровы, они их слушали и наслаждались нектаром этого звука флейты. И вот Гомата, эти коровы, они поставляли уши подобно стаканам, и они наслаждались этой расой, этим звуком флейты Кришны. И также мы должны слушать Харикатху непрерывно. Не должно быть никакого перерыва, никаких промежутков. Nityam Bhagavata Sevaya, I told you, na? That day I was discussing from Bhagavatam. Nasto Prayaso Adrishu Nityam Bhagavata Sevaya. I told you this sloka, very important. There should be continuous hearing. И мы должны всегда слушать Харикатху. Если мы остановимся, то что, но кто? Кто нам гарантирует, что именно в этот момент не случится никаких проблем? Майя Деви, она может поймать нас. И вот эти слова значат, что сначала мы должны слушать сначала Шраута Вани, не какую-то непонятную философию, мы не заинтересованы в каких-то лекциях. Я тоже не какой-то лектор, чтобы вы ожидали какую-то красивую лекцию от меня, и также я не лингвист, чтобы вы нашли какое-то прекрасное красноречие, а что вы можете ожидать от меня? Если есть какая-то гуру крипа, милость гуру дева на мне, то это мы должны ожидать. Если какая-то гуру крипа, она проявляется с помощью меня, то мы должны быть заинтересованы именно в ней. И таким образом мы должны зависеть от правильного источника, источника Харикатхи. Мы должны слушать из должного, достойного источника. И таким образом мы должны знать наверняка, что те, кто хотят обрести милость в трансцендентном мире, они должны следовать всему, поскольку Господь, если есть какая-то преданность внутри нашего сердца, если есть преданность, то согласно преданности, что значит это? Преданность, что это значит? Это бхава, это чувство. И бхава — это чувство, поскольку без чувства, как мы сможем совершать бхакти? Какое-то чувство должно быть у нас.
И вот наше чувство может отличаться от чувств других, но... Когда у нас есть особое качество бхакти, то мы... Но имеется в виду, когда вот случай с каким-то брахманом в Куладвипе, он хотел получить даршан Варахадева Бхагавана, то он получил его даршан. Нарисимхананда Брамачари всегда молился Господу в форме Нарисимхи, он получил его даршан в этого Нарисимхи, но не простого Нарисимхи, а гора Нарисимхи, особого Нарисимхи. So Pran Bhakti Yoga Parivade Hit Sarojo Asase. Hit Sarojo Asase. Asase means in heart you can become an object of darshan. Hit Sarojo Asase. И вот, вот эти слова значат object of darshan inside heart. Что из-за нашего, нашей бхавы, чувства. Why not? I can give one example to you. One example is more clear than so many tattva. И вот Махарадж пример приводит. Туласидасджи, он пошел во Вриндаван совершать баджан, а где? Около Гьяна Гудри. Такое место там есть, где Удав, он слушал гопи, чтобы обрести знания. Но в Нандаграме есть еще другое место, Удав Кьяри, как-то так. А это было другое место рядом с Расастхали на берегу Ямуны за Ранганатх Мандиром. И вот там было одно место, очень прекрасное. И Удав, он сидел там и слушал чувства гопи, которые они рассказывали ему. Оно было уникальным. И там, рядом с этим местом, Туласидас, чей Иштадев, поклоняемый Господь Рамачандра, он совершал свой баджан. И после этого Бхагаван Шри Кришна явился перед ним. «О, Туласидас, чего же ты хочешь от меня?» Туласидас увидел, «О, мой Господь явился, настолько прекрасен, он был восхищен». Ты явился ко мне, о Господь, но одна просьба к тебе. И какая просьба? Я хочу видеть моего поклоняемого Господа Рамачандру. Хорошо. Поскольку, хотя ты не отличен от него, я знаю, что Кришна и Рама, они не отличны друг от друга, но и мой поклоняемый Господь Рамачандра, я хочу увидеть его. Можешь ли ты проявить свою... форму Рамачандры, да, почему нет? И тогда он принял образ Рамачандры. Смотрите, какой пример. Поскольку Туласидас совершает баджан, особенность то, что Рамачандре поклоняется. И вот согласно вот этих строк из Киртана, если мы слушаем Харикатху из уст Раманади Саду, может, Саду хороший очень быть, но как мы сможем развиваться духовно правильно, поскольку Рупа Господь Пат, он в этой шлоке говорит, что нужно слушать что он имеет в виду, вот саджати раса и снигде, значит, если мы хотим общаться с каким-то великим саду, нужно выбирать такого саду именно из нашей сампрада, и тогда мы получим продвижение по пути
ту линию, в которой мы находимся. Например, если мы из Гауди Сампрадаи, то можно, конечно, слушать харикатху из Рамананды Сампрадаи, но наставление Рупы Госвами, что нужно слушать именно от саду с нашей собственной Сампрадаи. Конечно, мы свободны, никто нас не ограничивает, просто дают такое предупреждение, что нужно слушать именно от саду нашего же настроения и наша же сампрадая. И вот саду настоящий святой, он, как сказать, международен. Он всему миру принадлежит. Поэтому все саду не индийские, не бенгальские, а настоящий святой, он всегда международен, он такой все, как сказать, со всех стран одновременно. И вот однажды Махарадж пригласили на лекцию какого-то международного саду, но он на 5 минут пошел и послушал, и понял, что не стоит дальше там находиться. Радхарани — это вот этот саду, откуда он знал сердце гопи, если даже сам Санатана Госвами не знает сердце гопи. А он что-то рассказывает, а все глупые люди слушают, теряя свое время. Мы должны зависеть вот от этой шлоки. Шутек шита. Say, is it wrong? Then, Pangakti Yoga Paribhavita Hitsaro Yuvasase Sute Ekshita Vatanamata Pumsam Jad Jad Diyadu Urugaya Vibhavati Tat Tad Vahupanayase Sadanukrahayo 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 Anukrahayo Bhutanam Manasim Tanmasitam Bhajati Tadrasi Krida Jasuta Tatparo Bhavet. Bhagavan, why doing Lila? Why? To give Kipa, to bestow Kipa to the devotee. All this is the Supreme Lord going to. Верховный Господь, Он дарует милость преданным, и поэтому Он является в различных формах. Перед Прахладом Он явился как Нарисимха, перед тем Браманом как Варахадев. Перед потом перед кем-то еще в форме Хари. И таким образом Господь время от времени Он является в различных аватарах перед преданными, чтобы пролить свою милость на них согласно их чувствам, их бхаве. И так или иначе, мы должны зависеть от этой шлоки. Если мы оставим своего Гурдева и попытаемся войти на путь Рагануга Баджана, то мы просто умрем в дороге. Но то, что Махарадж уже прояснил, что если наш Гурдев одобряет как вот в наше общение с более возвышенным саду, который говорит какую-то прекрасную сиддханту, если Гурдев думает, что если его сердце оно достойно, и он находится на пути Шроутапанти, то тогда Гурдев, несомненно, нам разрешит, иначе запретит. И это очень важно, и если мы находим, что какой-то преданный, которого мы собирались принять как своего Шриша Гуру, но он полностью против нашего Гурдева и говорит все наоборот, то в этом случае у нас нет права принимать его как Шриша Гуру, поскольку он самым первым совершил ошибку.
Какой случай с Бхакти Валлабхой? Тирта Госвами Махараджем он одобрил. Вот кого его Мадангапал спросил, у кого спрашивать какие-то вопросы по Сиддханте. Вот наш Гурудев сказал, что можно у Бабаджи Махараджа спрашивать. Both I can say. That's why you Srimad writing Sandarbha, because you can, you have the chance to misunderstand. That's why this point should be clarified. What is that point? What is that point? Guru Vandaya. Guru Vandaya. И вот, вот эти слова нужно пояснить Гуру. Tat Sevan. Tat Guru Sevan Aviradena Cha. Tat Sevan Aviradena Cha. Anisha Opi Vaishnavanam Sevanam Sevanam. Если я ученик Шрилы Кешава Госвами Махараджа, например, это хорошо. Если мы будем слушать харикатху от какого-то другого, от другой гурварги, то Кешава Госвами Махарадж, если это одобрит, то это достойно будет, хорошо. Но мы должны быть осторожны и внимательны, что наше отношение с нашими шикшагу не должно приносить никакого беспокойства и никак не останавливать наше служение нашему Гурудеву. Как, например, я ученик Шрилы Пури Госвами Махараджа, может, иду служить и слушать харикатху от Шрилы Шридхара Махараджа. Я знаю, Гурудатва одна, едина и неделима. Если мы будем служить Шрилу Бхактира как Шридхардев Госвами Махараджу, то в этом нет никаких проблем. Гурудев полностью одобряет это, но наше посещение, наше служение в том месте, оно не должно никак влиять, в смысле негативно влиять на служение нашему Дикшагуру. Это не должно быть препятствием на пути нашей Гуру Севы. И поэтому Джива Госвами говорит, что у вас есть возможность, а почему Нарутам Такур Шриниваса Ачарья Рамачандра Кавирадж, с чем он надо Прабху, почему они шли к Джива Госвами Паду, чтобы получить какие-то наставления, а потому что и Гурудев, он благословил их на это, поскольку Джива Госвами Паду лучше из Татва Ачарьи. И вот их, кто к нему шел, их Гурудев, соответственно, одобрил их поход и изучение всего от Джива Госвами. Но смотрите, их Шикша Гуру Сева, в их случае Дикша Гуру одобрил это, поэтому никаких проблем не возникает. И если мы хотим узнать, какое служение Шрила Прабхупад совершил для своего Гурудева, то это мы глупы только, раз спрашиваем о таких вопросах. Смотрите, согласно вот этой шлоке, что у всей нашей гурварги главная сева вот описывается в этой шлоке. Это проповедовать послание Махапрабху. Он исполнил желание сердца Махапрабху. Наша гурварга исполнила желание сердца Махапрабху. Они распространили славу святых имен по всей земле. Если я буду спрашивать, какое служение Шрила Госвами Махарадж совершал Шриле Прабхупаде, готов ли он, стирал ли одежду или еще что-то делал, то это глупо будет, просто поскольку он сделал нечто большее, что описывается в этой шлоке. Он занимался Ванисевой, он проповедовал величие и послание Махапрабху по всей земле. Мы должны быть очень вдохновлены в том, чтобы увидеть Вани Сварупу, Шрилы Кешава Госвами Махараджа или Шрилы Пури Госвами Махараджа. Многие концентрируются только на физической форме Гурудева, а не на их учении. Это плохо.
Гурударшана, это именно учение Гурудева, а не как какая-то его физическая форма. И вот если мы пойдем к Шри Гуракишвардас Бабаджи Махараджу и спросим, какое служение Шрилы Прабхупады он совершал для вас, какие-то люди приходили и жаловались. И вот спросили, что случилось. И вот, когда Бабаджи Махараджу приходили жаловаться на Шрилу Прабхупаду, то он никого не слушал. Он говорил, он совершает идеальный харибаджан, он показывает свет примерно тысячам людей, а вы только завидуете ему. Уходите отсюда, я не хочу видеть ваш лиц. Он совершает чистое случение, как он живет идеальной жизнью, а вы не можете потерпеть этого и переходите, жалуетесь, поэтому лучше уходите вон. И настоящего садгуру вайшнава невозможно обмануть, их сердца, они чисты, и они видят, какое служение совершает их какой-то конкретный ученик. И таким образом Гуру Севана очень важна. Я уже сказал, что то есть, смотрите, не все могут совершать ванисеву так же. Вот мой Гурудев, например, он и вся Гурварга, которую я встретил во всей моей жизни, Бабаджи Махарадж о себе говорит, и Гурварга в тонком виде, они все вдохновили меня на ванисеву. И когда вот Бабаджи Махарадж, он, если... Вот Махарадж, например, бывает в Девананда Гудиматхи, то когда он садится на то место и начинает иметь на ту асану, где сидел Шрила Кешава Госвами Махарадж, то он получает вдохновение и говорит Харикатху. И вот Бабаджи Махарадж, когда говорил Харикатху в читании Гудиматха, в Риндаване он просто шел, совершал парикраму самадхи Шрила Мадхава Госвами Махараджа, предлагал ему свои полные распростертые поклоны, и когда садился на Вьясасану, то некая сила, она приходила к нему. И вот по... И вот так, по милости Гурварги Бабаджи Махарадж, он продолжает заниматься ванисевой. И иногда Гурудев, он дает какое-то служение нам, кто-то кому-то еще, какое-то служение другому человеку, различные служения так дается, как Шрила Мадхава Махарадж Хайгриф Брахмачари Шрила Прабхупада давал ему какое-то служение разное. И Хайгриф Брахмачари Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он все это делал. Ванисева, она была дана Шриле Пури Махараджу, который был Пранавананда Брахмачари в то время. И может Гурудев иногда хочет проверить нас. Мы должны быть очень внимательны и осторожны. Я должен говорить об этой теме очень обширно, поскольку не все могут понять, что такое Гурусева, когда Шрила Прабхупад он проповедовал васами. Но перед этим Шрила Прабхупад отправил Хайгрива Брахмачари и Апракрита Брахмачари Госвами Махарадж, он уже саньяси был в то время. И вот Апракрита Прабху и Госвами Махарадж, Бхактипада Тиртха Махарадж и Вайканас Махарадж. Они очень, и вот они достаточно быстро получили дикшу, и впоследствии саньяс. Вот Шрила Прабхупада это очень редко было, поскольку Шрила Прабхупада он 10-15 лет ждал перед тем, как кому-то дать шафрановую одежду.
он очень строг был, и лучше 10 раз проверить, чем давать. Это сейчас можно видеть, что в один день можно и харинам получить, и дикшу, и шафрановую одежду, и саньясу сразу, и все в один день. А Шрила Прабхупад он ждал по десятилетиями и проверял. И вот Шрила Прабхупад он смотрел на характер, на поведение каких-то претендентов на шафран. Шафран — это уже наполовину саньяса, но сейчас, к сожалению, такое уважение к шафрановой одежде пропало. Это шафрановая одежда, это бикша, веш. И вот как полный титул саньяси, там есть такие слова «три данди бикша». И Бхарати Махарадж иногда пошутил надо мной. Я пришел к нему в комнату. И вот в Джаландаре это было дело. И вот Бхарати Махараджа было большое сердце, и мы очень... Он очень любил Бабаджи Махараджа, и вот Бхарати Махарадж, он подшутил, сказал, вот письмо приглашения пришло вам, что какой-то матка приглашает, и смотри, что они написали. И что они написали? Они написали, что мы ничего не просим ни у кого. И Бхарати Махарадж, он увидел, но когда это читал, он смеялся, что очень глупые люди, они пишут, что они ничего ни от кого не просят, поэтому они из саду. Но это глупо, поскольку у саду их что-то просить у других, это естественная занятость. А он, вот он смеялся над этим пригласительным письмом, где говорилось, что они ничего не просят, но что-то просить у других, это для саньяси брамачари, это естественная занятость. Вот Гуру Шрила Пури Госвами Махарадж, он тоже занимал Бабаджи Махараджа в таком прошении подаяния. Это для чего делается? Не для денег, а для проповеди и для развития смирения. Нитянанда и Харидас, когда они по воле Махапрабху ходили, просили подаяние, и также они проповедовали, они говорили, что они просили людей воспевать святые имена и святые имена Господа, и это их была такая просьба. Их прошение. Но не все, опять же, могут заниматься сбором, просить подаяние. Махарадж имеет в виду, что какие-то достойные личности должны заниматься прошением подаяния. Но иногда И во времена Шрилы Прабхупады. So no. At the time of Prabhupada also, Prabhupada
тоже Шрила Прабхупад отправлял различные брамачари для сбора подаяний. Они ходили дверь от двери и просили подаяния. И Шрила Мадхав Госвами Махараджа, когда выгнали из Шри Чайтаньи Матха, то он тоже не знал, что дальше делать и как дальше жить. И в итоге они им кто-то дал помещение от магазина, который не работал, и вот его ученики ходили, просили какие-то подаяния от двери к двери. Такая тяжелая жизнь была. И прошение милости — это хороший баджан, это поскольку через прошение подаяний можно проверить, сколько терпения у нас, сколько смирения, сколько тринадапи есть в нас, то что кто-то может нас выгнать, сказать, что вы не работаете, только подаяние просите, что толку. И вот Махарадж говорит, что когда после англичан единственное, что осталось в Индии, это уважение к английскому языку. Если хочется что-то донести до людей, нужно на английском говорить. Если говорить на местных языках, они не воспринимают это. Вот на английском понимают. И вот это прошение подаяния, это великая надежда для нас развить наше терпение, смирение, чувство тринадапи. Как вот Упаманю, например, как тяжела была его жизнь, мы умерли на его месте. И утром, и вечером он, и вот Махарадж во Вриндаване, когда был, он тоже просил подаяния в форме каких-то продуктов, и кто-то давал муку, и ну вот они, в общем, просили какое-то подаяние, готовили, предлагали Сури Нараян Бхагавану и принимали это. I am not speaking anything, only looking at mother. She could understand no chapel is there with Baba. You come to me, I can give one chapel to you. Okay, nice. Hello. In seva, I am going to get kripa from them, not chapel. Don't think chapel. I can collect thousands of chapel if I want from foreign country. But this kripa, I depend on kripa. Hello. This way you will have to understand. И вот Упаманю, на его участь выпала такая проверка. Бхагаватам Кришна говорит Удаве и Нарада в седьмой песне, Бхагаватам говорит, какая обязанность гуру и ученика, и Махараджа все времени будет больше, он обсудит эту тему. Как брамачари должны жить, вести свою жизнь и все прочее. И вот этот Гурудев сказал Упаманию, иди, проси подаяния. И Упаманию пошел и собрал пшеницу, рис и еще что-то. Гурудев ему не говорил, что нужно прийти и просад принять. И вот там описывается, что если Гурудев не говорит ученику, чтобы он принял просад, то ученик не должен принимать. И сейчас даже никто представить не может. В нашей жизни также я не
как упомание, но все же я был в таком положении. Мой Гуру Махарадж отправил меня в Нарисимхапали, чтобы я какому-то преданному помог. Я вот вернулся. А вот какой-то преданный дал прасад для Гурдева и сказали, чтобы Бабаджи Махарадж сначала поел, а потом отнес прасад. Но... Но Махарадж отказался, поскольку правило было, пока если он для Гурдева что-то несет, что если Гурдев сначала это не примет, то он, соответственно, не ест. И вот он вернулся в Матх. Матхи, естественно, прасад кончился, весь ничего не оставили. И вот, пришлось поститься. It's not Brahmacharya. It's not Brahmacharya. You should be here. One day, one Brahmachari with agitation. Where is my prasadam? I was there in Seva. In Chaitanya Mahaprabhu. Oh, but here is Bhagavad. Who is shouting? Nobody is shouting like dog. И вот однажды во время Шрилы Прабхупады какой-то Брахмачари пришел, он каким-то служением занимался. И очень было там, ну, возмущался, что ничего не осталось. Шрила Прабхупада услышал это, он спустился к нему. Ну, Шрила Прабхупада очень великолепно выглядел. И однажды тоже был случай, что какой-то вор залез в огород, вот он увидел Шрилу Прабхупаду, будучи на заборе, и он уже не мог, он уже все утащил и перелезал через забор, увидел Шрилу Прабхупаду в процессе и уже не мог лезть дальше, он оцепенел буквально от такого могущества Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Прабхупад, он спустился с верхнего этажа и сказал, что я ответственен за то, что... Потому что они должны жить в лесу, а я построил такие большие храмы, чтобы они жили здесь. Почему? Зачем? В чем проблема? И сейчас тебе покажу прасад, смотри, много прасада здесь и там, пойдем со мной. И Шрила Прабхупад пошел к этому, к месту, где тарелки выкидывали после прасада, и сказал, что вот здесь прасад. А что ты имеешь в виду под прасадом? То есть это не какие-то эти... А, то есть не какая-то еда, а прасад значит милость. То есть прасад именно значит милость и... И чем смотри, и также чем больше мы развиваемся в духовном смысле, тем более тонкий прасад нам нужен, имеется в виду более такого высокого тонкого уровня. И вот смотрите, бикша, прошение, подаяние – это очень тонкий смысл несет, что именно развитие смирения. И вот Махарадж говорит, что очень важно жить именно на подаянии, поскольку
жизнь, на подаяние, она очень очищает сердце Мадхукари. Кто-то что-то жертвует, какой-то, ну даже маленькие, какие-то маленькие суммы или какие-то маленькие объемы еды или еще чего-либо, но это именно важно принимать эти пожертвования. Even I'm not counting. I'm with Bhagavatam. If somebody giving, like you can go to me. You can check up. I'm speaking lie or not. I can throw this way. And then you can come. I have no time to come. This way. So we must depend upon Madhukari. И мы должны зависеть от Мадхукари, от тех пожертвований, которые мы собираем и которые приходят к нам от подаяния. И вот мы должны зависеть от Мадхукари. Если нет Мадхукари, бикши, подаяний, то тогда то если мы будем зависеть от каких-то богатых людей, то мы потеряем баджан в итоге. Мы очень важно жить на такие подаяния. Я много раз говорил, что мы не должны ходить и есть на всяких пирах, праздниках. Это, поскольку кто знает, кто готовит там, каким стандартам чистоты следует, кто жертвует деньги на эти пиры и прочее, прочее. And also topmost doctor in whole Asia, Vinanchandra, I told you. Somebody asking, doctor, how to... И вот один доктор, знаменитый Виданчандрой, спросили, как жить без всяких болезней. И он сказал, что нужно... Но есть простую пищу и не стремиться к какой-то слишком роскошной еде. И вот этот аюрведический доктор его к себе вызвал президент Никсон в свое время. И вот этот доктор, он прописал этому президенту лекарства за 35 копеек всего, и за 5 дней все эта болезнь, которой страдал Никсон, он исцелился всего за 35 копеек. Хотя до этого его лечили очень дорогие докторы и не справились. И вот Махарадж, когда был маленький, у них был какой-то этот доктор, который учился вот у самого Виданрая, который Никсона лечил. И вот, ну, в общем, это доктор, благодаря такому обучению у этого знаменитого доктора, он очень был продвинут. One doctor here in Kerala, he is earning daily minimum 50,000 rupees per day. We ask him, what do you eat? Well, I have no wife, nothing. So I actually do one thing, boil everything and put some salt on everything. You think this? Yes. One world famous doctor, Nageshwar Reddy, in Hyderabad, I've been there some before, some day. И вот еще там доктор такой из Хайдарабада был. Он тоже простой жизнью живет, но простой, в смысле, ну, имеется в виду, что этот доктор, он слишком много работает, что даже жена бросила. Зарабатывает он очень много в день, такие пятизначные цифры, и тоже так случается.
то, что кто-то слишком много работает, но очень богат, но ест очень такую простую дешевую пищу. То есть, если мы что-то готовим, то должны готовить чистым образом, без всех возможных осквернений. И вот Упаманью говорит, а вот к Упаманью возвращаясь к этой теме, Гурудева спросил, что он ел днем, сказал, ничего не ел, а вечером что ел, вечером я где-то какое-то подаяние попросил и съел это. А Гурудева сказал, что нет, надо все приносить мне, Гурудева, а не оставлять что-то себе. И вот через какое-то время он спрашивает, а сейчас где ешь? И вот он сказал, молоком питается, а молоко где берешь, что их телята должны пить, а он говорит, что под то, что телята не допивают, я доедаю. Потом опять спрашивает, что ты пьешь. И вот он ответил, что вот я, когда телята пьют много молока, они все не могут переварить, они отрыгивают это, я вот это пью. А его Гурудев сказал, что это они из-за милости к тебе, они отрыгивают это молоко, чтобы ты пил, поэтому ты не должен это пить, а потом... Ну, и сказал это тоже не есть, и потом ему пришлось есть какие-то ядовитые листья в лесу, и он ослеп в итоге. И вот потом Гурудев его нашел как-то, и он спросил, что он ест, но Упаманью сказал, что очень голоден был, вот нашел какую-то траву, съел и ослеп. И Гурудев, но по милости Гурудева, Упаманью, он обрел свое зрение назад. По милости Рамануджачарьи Куреш, он вернул свои глаза, и вот Гурудев благословил его, что ты успешен в твоей гуру-саве, твое терпение, твое смирение. Я проверил все это. И ты прошел мой тест, и ты достоин обрести все знание Писаний, как Баларам Кришна, он сам Верховный Господь, но он явил лилу обучению Сандипани Муни, и Сандипани Муни благословил их, чтобы они всегда будут помнить все учение Писания. Смотрите, Кришна Баларам, сам Верховный Господь, но они явили такую лилу обучения у Гурудева, и Гурудев благословил, что они будут знать все Писания наизусть всегда. И смотрите, хотя он был сам Верховный Господь, но все же он показал важность Гурудева. Никогда не пытайтесь игнорировать Гурудева, будьте очень осторожны, и таким образом у нас есть возможность как обрести силу и милость Гурудева. И я вот сейчас говорил о терпении и смирении, но сейчас перехожу к основной теме. И вот вчера Махарадж говорил, Now your darshan is like that horse.
И вот сейчас наше видение, наше даршан, наше мировоззрение подобное лошади, которые глаза закрыты с двух сторон. А вайшнава даршан что такое? Это полное видение со всех сторон. И тогда в этом случае никто не сможет принести нам никаких проблем. А как его обрести? Этот вайшнава даршан, по милости Гуру, мы должны слушать Гуру Деву в уме или физически, и тогда мы получим это в этой жизни. А если мы совершим какую-то ошибку, оскорбление, то это уже наша неудача. И вот Бхагаван Шри Кришна, можно вспомнить, вчера Махарадж говорил о том, как эти деревья, они терпеливы. Почему Бхагаван Шри Кришна говорит так? И Кришна тоже говорит. И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит. И вот один преданный, он изменил эту шлоку, третью шлоку Шикшаштаки, он исправил не как деревья, а больше, чем деревья, мы должны быть терпеливы. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит своим друзьям, И вот деревья, они терпят дождь, жар солнца, ветер, холод и прочие эти трудности. Махарадж вчера говорил, что во Вриндаване 6 сезонов они сменяются в течение дня. Кришнадас Кавадж Госвами и Вишванатха Чакравати, они в своих книгах тоже говорят об этом, что 6 сезонов они в течение суток сменяются во Вриндаване. И там описывается Вриндаван вот этими словами. Каков же Вриндаван? Он всегда, в любой момент, он очень комфортабл, удобен, в любое время там очень удобно, комфортно находиться, но здесь описывается лето. И согласно лиле Шукадев Госвами, он рассказывает Бхагаватам, и вот Кришна говорит, смотрите, какое удивительная жизнь у деревьев, они ничего не ожидают взамен. Мы можем рвать фрукты, плоды с каких-либо плодовых деревьев, но дерево оно дает нам, но не просит этих плодов для себя, подобно тому, как в этой шлоке говорится. Парупакарая сатам вибхути. What nice shloka. Nice, no? Water, river. Как подобно тому, как реки они не пьют своей воды, так же деревья не едят своих плодов, травы
они тоже не едят своих плодов, и облака, и тучи, они тоже не пьют своей воды. Они все это отдают другим, не ожидая получить ничего взамен. Мы должны всю свою жизнь пожертвовать Гурудеву, не только деньги, какое-то богатство, знания, образование. Все мы должны, всю свою жизнь мы должны посвятить Гурудеву. Мы не можем оставлять что-либо для себя, мы все должны посвятить Гурудеву, и тогда мы увидим, какое чудо случится. И вот эти деревья. Бато, Варшато, Топ, Химано, Санто, Варентано, never to give us full protection. Они защищают нас, эти деревья, даже свое тело. Как кто-то может пилить дерево или рубить дерево, сидя на его суку. И вот этот человек сидит на ветке и рубит или пилит это дерево, то дерево не возмущается, что ты сидишь на мне и меня же рубишь. Почему? Ты ешь мои плоды, пользуешься моей тенью, и почему ты рубишь меня? Деревья никогда не жалуются. Сукая моя горе пани намавай, джейя мангета дея пондхар, карпа вишти саяне карпе рахам. Like Бриша. Подобно дереву, дерево никогда ничего не просит, даже те, кто рубят деревья, они не возмущаются. When there's so much hot season, no water there, not as you give some water in the root. И кто что? You want leave? Okay. I have sick puja. I want to take leave. Okay. I have to cut your wood. You know, some wooden piece. A jagya there. Okay, okay. I need to get food from you. A bell, wood enough. И вот если мы что-то берем от деревьев, они дают нам. И Кришна сравнивает деревья с великими святыми. И любая сила. Как саду они посвящают свою жизнь другим. Мы, эти пашанды, бессердечны, что мы нарушаем наставление Шрилы Прабхупады. Если мы не будем следовать наставлению Шрилы Прабхупады, то Верховный Господь никогда не простит нас. Если мы хотим обрести лотосные стопы Верховного Господа, то мы должны мы должны следовать наставлениям Шрилы Прабхупады.
Если мы хотим, если цель нашей жизни — обрести лотосные стопы Верховного Господа, если мы хотим получить вечное служение Верховному Господу, мы должны следовать Ему. И вот Кришна и Шри Чайтанья Махапрабху не говорят так. Почему? И Махапрабху почему в своей Шикшаштаке он сравнивает качество смирения и терпения с деревом. Если мы хотим воспеть славу Верховного Господа, мы должны быть очень осторожны. Единственное качество, какое качество нам нужно, тринада бессунична, тау и васахишнуна. И если у нас есть эти качества, то тогда мы сможем всегда воспевать славу Верховного Господа. Если у нас это качество тринадапи, и мы не должны стремиться ни к какому почету, славе и уважению от других. Если у нас есть такое сердце, то Верховный Господь проверит нас. Он может послать много славы нам. И мы должны выдержать это испытание, поскольку это просто майя. Кришна хочет послать майю нам, но не может одурачить нас, поскольку Гуруда всегда с нами. Они всегда защищают нас. И вот смотрите, Шри Чайтанья Махапрабху также он приводит пример дерева. Но в Шри Чайтанья Чайтамрите и вот там Шрила Прабхупада одобрил, что да, вайшнавы более терпеливы, чем дерево. А почему? Нет ничего более терпеливого, чем дерево. Но можно найти это вайшнавы, они более терпеливы, чем деревья. Иначе как возможно, что Харидас был бит на 24 базарных площадях? Only one or two times you wish one on one. Whip, you know? Very big whip, one or two times. Big body. Other everything, maybe mercilessly in 12 different markets too. Haridas Thakur, Hare Krishna, Hare. Ну, Харидас Такур били на 22 базарных площадях, но все равно он выжил. И не только выжил, еще и просил. А он сказал, что если вы даже убьете меня, разрубите мое тело на куски, то все равно я не оставлю воспевание Хари Кришна Махамантры. Я все равно не перестану воспевать святые имена. И мусульмане, они по указанию царя Эдхитва, местного правителя, начали бить Харидас Такура и спросили, почему же он не умирает. Мы нам дали приказание выкинуть тебя в Гангу после смерти. И Харидас Такура сказал, что правда, если умру, это спасет вашу жизнь, и хорошо, вот сейчас возьму и умру. И вот он сделал вид, что умер. И вот Харидас Такур, вот перед ними умер, они все обрадовались, и они взяли и выкинули его в Гангу. И мусульмане думали, что если выкинуть кого-то в Гангу, это очень плохо для него. Но у них все наоборот. Все их наоборот. Если у нас считается Восток благоприятным, то у них и Запад. Если они бреются, то тоже наоборот. Не бороду бреют, а усы. Все наоборот. Если мы поклоняемся
Господу, то наша голова открыта должна быть, а у мусульман закрыта. Ну, вот как тюрбан, сверху голова открыта, но это ну, очень важно. То есть Махарадж даже не может таник повторять, если голова не покрыта чем-то. Поэтому тюрбан, если это он вокруг головы, но не сверху. И вот Харидас Такур молился Верховному Господу, чтобы он простил их. Они не знают, что они творят. Ты должен найти какой-то путь для них. Как дерево, смотрите, если оно дает нам все, и мы даже если рубим это дерево, то наше дерево оно не будет молиться за наше благо, как Харидас или Вайвашнавы. И так много, как вот случай с Шрилой Прабхупадой, когда его хотели убить и кидали в него камни сверху, кирпичи, то Шрила Прабхупада, он не написал жалобу в суд, и какие-то преданные, ну, так называемые преданные, хотели убить Сиддханти Махараджа топором, и, но Сиддханти Махарадж, он все равно не. И вот по милости Гуранги этот Сиддханти Махарадж наоборот спал. То есть где голова, там ноги были, и топор попал по ногам его, а не по голове. И вот и этот человек убежал сразу. И все равно Сиддханти Махарадж не жаловался на того человека, а кто-то за него пожаловался, в полицию обратился, и когда этого преступника поймали, спросили, что это тот, который хотел вас убить, посмотрите на него. И этот Махарадж посмотрел и сказал, что нет, не он. А что вы говорите, это ж он. Точно он. Хотел вас убить, но Сиддханти Махарадж сказал, что нет, не он. И, в общем, отпустили этого преступника. Почему? Почему он хотел так отомстить Сиддханти Махараджа? Сейчас. И вот эти Шрила Шанта Махарадж, Шрила Кеша Госвами Махарадж, они были очень строги. И в этой строгости проявилась их милость. Сиддханти Махарадж, он хотел забрать у каких-то саньяси, которые недостойно себя вели. Он предупреждал их много раз, и их, отобрал их данду, сломал, и отобрал одежду, и выгнал. И вот они хотели отомстить ему. Но они не были никакими саньяси, и сейчас там ачарьи нету, и, ну, который мог бы, ну, сейчас случается, что какой-то саньяси носит одежду саньяси, а живет с несколькими женщинами, от всех дети, а еще саньясу носит, и ему никто ничего не говорит, и если такое состояние нашего общества, то что делать? Мы только должны молиться Шриле Прабхупаде, чтобы он пришел и спас нас. А сейчас, если что-то случается такое, то пытаются найти компромисс какой-то, но на пути чистой преданности нет никаких компромиссов Радхарани, если мы совершим какую-то ошибку в служении ее Господу. Она никогда не идет ни на какие компромиссы. И вот Кришна почему говорит так, что
деревья растут, и эти злаки, они растут, чтобы дать нам свои плоды, чтобы мы предложили Кришне и приняли просад, чтобы мы смогли жить. Иначе как мы можем жить без еды? You can cut rubber trees, from there geese can come. You can collect and come back, rubber. If you like to get some sweet rasa in Talvicha plum tree, you can cut, channel, whole night, drop by drop. Rasa coming, morning time. И вот различные деревья, они дают различные плоды нам. Rasa, whole day, drop by drop. И вот деревья, они всегда дают нам все, а мы ничего не даем деревьям взамен. Мы только берем от них и не просим никаких этих деревьев что-то получить. И вот Шраван и вот Махарадж, когда говорил Харикатху на Бенгале в последний раз, наоборот, вот один Шраман Госвами Махарадж, когда он ходил в саду, он всегда спрашивал, поливали ли брамачари те деревья. И деревья не все дают нам, но что мы даем им взамен? И мы должны быть более терпеливы, чем деревья. Деревья не терпеливы, но они не могут молиться за нас. Это особенность Такура и Вайшнавов. Но деревья не могут этого делать, и поэтому Шрила Прабхупад, он одобрил это исправление Атинды Дас Брамачари от Шлоки Махапрабху. И вот когда к нему пришли жаловаться, что вот Шикшастаки так, а он в Гаунди Кантхакаре написал вот так, а Шрила Прабхупад посмотрел, улыбнулся и сказал, что правильно пойдет. И Шрила Прабхупад, он одобрил это его дополнение такое. И Верховный Господь иногда тоже одобряет изменения каких-то шлок, если мы великие преданные, как Шри Чайтанья Махапрабху, он тоже может одобрить это, вот как Сарвабхаума Бхаттачарья. Сарвабхаума Бхаттачарья, он исправил слово мукти на бхакти, и Махапрабху сказал, хорошо, очень прекрасно. Когда Атиндрия Дас Брамачари, он тоже изменил это слово в Шикшастаке, что не как деревья, а более терпеливы, чем деревья. И что плохого в этом, это все правильно. Когда Шрила Санта Госвами Махарадж, он написал «Дживе Сварупа Хой», не Кришна Нити Дас, а Гуру Нити Дас. Когда Шрила Прабхупада, он тоже увидел, показали это Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупад посмотрел и одобрил. Он сказал, правильно можете публиковать. То есть сначала мы должны стать Гу Нитьядасом, и только потом сможем стать Кришна Нитьядасом, как это... This point, then if you extend that point,
Follow, it's like that brings. If this straight line going to cut this point, touch this point, then surely it's going to touch that point. So first of all you have to speak. Gurus, Jives Sarupai, Krishna Nitya Das, not Krishna Nitya Jives Sarupai, Guru Nitya Das. That's why I told you now, in the beginning, Guru Charan is the И вот лотосные стопы Шигуру — это трансцендентный медиум, через которого мы можем видеть, что есть что в духовном мире. И вот также в этой шлоке Живросарупахой Гуру Нитьядаса, она правильно, это великолепие Гаудия Матха. Мы не всегда сможем даже прикоснуться к этому великолепию Гаудия Матха. Его великолепие настолько великолепно, настолько драгоценно, настолько точно, настолько тонко, что наше материальное сердце не может достичь этого. Только если мы будем плакать, плакать и молиться, то, может, завтра или в будущем у нас будет возможность получить общение с чистыми вайшнавами. И вот поэтому Сваруп Госвами, он сказал этому материальному поэту, что ты пишешь, что какие-то поэмы, но они полностью противоречат всем принципам Махапрабху. И поэтому ты должен общаться с преданными, узнать об учении Шримана Махапрабху, и впоследствии в этом свете ты можешь что-то написать. И правило такое было, что если кто-то к Махапрабху что-то приносил, то Сваруп Госвами должен это был проверить, и только потом можно было это читать перед Махапрабху. А тут этот пришел, этот поэт начал рассказывал, что он тут написал такое, и когда он первую шлоку произнес, Сваруп Госвами сказал, что как глупо, такие ошибки, это оскорбление не только Джаганатха, но и Махапрабху. И вот он испугался, поскольку перед там были много пандитов на этом собрании, вот так отчитали с самого начала, причем ему стыдно стало. Этому поэту из Сваруп Госвами он пролил на него свои милости и сказал, что ты должен общаться с преданными Гауранги, и тогда ты сможешь узнать всю Сиддханту. Это Сиддханта, она подобна бесконечному океану, как можно разобраться в нем. И вот, ну, для этого нужно общаться с преданными Гауранги, и сегодня или завтра мы поймем, что и что. А кто ты сейчас, чтобы описывать Махапрабху такими глупыми выражениями? Даже Валабхачарья, он был наказан Махапрабху. Он И Махапрабху, он сказал это Валабхачарье, что те подобно тому, как жены, которые не слушают своих мужей, не подобны проституткам, так и ты, если не слушаешь наших предыдущих ачарий, то я не хочу ничего слушать от тебя. И через какое-то время этот Валабхачарья, он понял свою ошибку. Finally took mantra from Gadadhar Pandit. They are not going to confess their sampradaya. After that, when with humble attitude approaching Prabhu, и потом со смирением он подошел к Махапрабху и сказал. Arayal village, in my village, native village, there in Arayal Gram,
that side of river of, you know, Allahabad. Prabhu showing so much mercy, giving birth. Now Prabhu become very angry. Why? Oh, maybe I am not going to lose my humble attitude. I am going to represent myself. I am a big monkey. Oh, that's why. So I can approach with humble mood than Prabhu. With humble attitude. He will say, oh, many times you do. Prabhu, I write the explanation of Krishna Nam. So many nice explanations you can hear. Prabhu says, I am actually uneducated. I have no right to hear anything except one, you know, Krishna Nam, glorification. I know. I only know is Nanda Nandan Krishna, Yashoda Nandan Krishna. This much I know because I am uneducated. I cannot understand. You are big Pandit. Go away. Bhagavan says, repeatedly I am defeated in front of Prabhu. И вот Валабхачарья, он писал различные объяснения Харинаму, но Махапрабху не хотел слушать его все эти объяснения, прикрываясь тем, что он необразованный и ничего не понимает. И впоследствии Валабхачарья, он понял, что из-за своей гордости он не смог получить его милости. И потом он пришел и он пришел с таким настроением самопредания к Махапрабху. И тогда Махапрабху благословил его и сказал, что тринадапи — это главное чувство в вайшнавизме. Я знаю, что ты пандит, но когда ты пандит, у тебя тоже должно быть смирение, поскольку это пандитья и смирение, они одновременно присутствуют. И вот если мы действительно хотим написать комментарий к Бхагаватам, мы должны следовать Шридас Госвами Паду и узнать то, что он имеет в виду. Если мы не будем следовать ему, то весь мир, он откажется от нас, поскольку Шридас Госвами Пад, он знает всю мистерию Бхагаватам по милости Нарисимха Дева. Сам Нарисимха явился и благословил его он своей рукой, и это в Бадраке находится, это, там холм какой-то. Нарисимха Дев явился в его Баджан Кутири и благословил его, и поэтому говорится про него, что почему Шридас Госвами Пад знает все, поскольку он получил милость Нарисимха Дева, и поэтому он знает всю мистерию Бхагаватам. Бхагаватам — она бесконечная раса, и есть 18 различных авторитетных комментариев к Бхагаватам. Все они авторитетные, все 18. Вот Махарадж их перечисляет. Даже Шридас Госвами Пад, когда писал комментарий, то особенность в том, что санскрит Шридас Госвами Пада настолько прост. Это особенность его санскрита, что его, он очень просто, сладко представляет, но внутреннее значение очень глубоко. И вот один преданный, который уважает Шридас Госвами Пада, он более такой развернутый комментарий написал на комментарии Шридас Госвами Пада. И вот и получилась очень большая книга, что даже Гуру Грантха, как это так? А то есть книга настолько тяжела получилась и большая, велика, что ее даже с собой нельзя было носить.
И кто такой саду, кто такой не саду, на одежде это не написано. Внешне тоже не всегда можно определить, только благодаря их действиям, их баджану, их жизни. Но мы должны быть искренне. Если мы не искренне сами, то есть главное, мы сами должны быть искренне на 100%, а если мы не искренне, то вначале мы должны пытаться исправить себя, и потом, по милости Гуру Вайшнавов, мы поймем, кто искренен, а кто нет. И вот Кришна продолжает, что они подобны великим саду. Поскольку перед великими саду, если мы как Дадвичи Муни, Индра и все полубоги, они когда были в этом. Какая-то проблема случилась, они пошли к Дадвичи Муни и сказали, что нам нужно твоя жизнь, кости с твоего тела, хотим сделать оружие, чтобы убить Вритрасову. Ваджу хотим сделать. И этот Муни сказал: хорошо, если вам будет полезно мое тело, то хорошо, я сейчас оставлю свое тело. Он этот ричи совершал баджан очень-очень долго. Он достиг огромного могущества. Это Дадвичи Риши, он оставил тело. И из его тела Индра он взял его кости и сделал оружие из этих костей. А это место очень могущественное, где Риши оставил тело. Любой гандхарва, который там пролетает, оно, эти их летательные аппараты, они падают. И вот когда какой-то гандхар пролетал, он упал и спросил, что случилось. Ему сказали, что Дадвичи Муни, он свой баджан совершал. And ship, they don't know the mystery. No scientist can speak anything. They only say there is one kind of current, always rotating. From long distance, they are like magnet can pull. So thousands of people die. If plane somehow misdrive, going through this way, the plane can go down. As per our spiritual analysis, we know the mystery, but scientists don't know. What is the mystery? What is the mystery? There is one stone, very precious stone, given by Brahma to. И вот в океане есть какие-то места, которые, где есть водовороты, мимо проплывающих или пролетающих этих каких-либо объектов, они затягиваются. А что там? Вот в Рамане описывается, что Хануман у Раваны, когда забрал какой-то драгоценный камень, он не знал, что с ним делать, поскольку он все притягивал к себе. Он кинул его в океан, и в итоге там такой водород остался, который притягивает к себе все, и никто не может найти его, поскольку он таким могуществом обладает. И таким образом
Ишам барам джанма сарвапани упудживанам. They are going to help all jiva to live. They are not going to get any benefit from it. We have seen in a tree so many. И вот эти деревья, они помогают жить другим существам, но не требуют ничего взамен. Вот на дереве тоже можно видеть еще какие-то эти паразиты присасываются к дереву и живут на этом дереве. Вот Кални Махарадж видел 5 деревьев на одном жиле. So, Krishna going to speak this way, Aho Esham Varam Janmo Sarvapani Upujivinam Sujano Seva Yesam Poi Vimukhayantina out there. Anybody going to seek any help, support center, saddle, И вот все, кто приходят к деревьям, то никто не уходит, не взяв чего-либо дерева, либо тень, либо плоды, либо еще что-то. И вот эти, Кришна говорит, эти деревья подобные великим святым. И вот на сегодня конец, а про деревья тема очень обширная. Very interesting. Tomorrow we can also discuss.